Здравствуйте, меня зовут Касум Смарцис Юрьевич, я кандидат филологических наук и издаю книги по санскриту в своей серии «Библиотеки санскритика». Благодаря Planete.ru издано 4 книги, всего книг было 12. Скоро мне потребуется телега, чтобы возить эти книги с собой. Вот такая стопочка. Издана с 2014 года. И вот я созрел для издания очередной 13-й книги. Изначально это была такая тоненькая брошюра, изданная в Америке. Книга «Эмено. Сандхи в санскрите». Здесь даны значит, правила и упражнения. Такая методичка. В переработанном варианте, значит, первый набросок книги был сделан в 2016 году. И вот спустя 3 года книга готова к печати. В переработанном варианте это будет уже 80 страниц, но тоже в мягкой обложке, потому что если книга 160 страниц в твердой обложке, это еще здорово, то книга в половину этой толщины в твердой обложке это уже неудобно. Поэтому обложка будет мягкая. Вот изначально, собственно, так и было. Просто объем у нас получился в 3 раза больше. Почему? Во-первых, потому что были добавлены упражнения из первого издания. Это второе издание. А в первом были дополнительные упражнения. Во-вторых, написано предисловие переводчиков и послесловие издателя, то есть меня. А помимо этого составлено руководство. Это самая ценная часть. То есть здесь о многом не договаривается. То есть дается условие, даются упражнения, но не поясняется, как к этому всему подступиться. Вот. Поэтому помимо этого составлен конкорданс к правилам Сандхи. В каждой из этих книг, почти в каждой, описаны Сандхи. И в этой методичке, в нашей новой на русском языке изданной методичке, будет перечень соотношений, где можно найти то или иное правило. Вот, и поэтому вместо изначальных 25 страничек у нас получилось 80. Книга должна выйти в 2019 году. Вот. Минимальная сумма, которую необходимо собрать, это 60 тысяч рублей. Тираж вместо обычных 1000 экземпляров будет всего 300. Дело в том, что книги распродаются крайне медленно, и чтобы у нас была возможность издать как можно больше книг, мы не имеем средств, чтобы вкладывать в книги, которые потом будут продаваться 10 и более лет. Поэтому попробуем хотя бы для маленьких, тоненьких книг, а таких будет несколько, попробуем малые тиражи, то есть 300 экземпляров. Вот. Книга будет стоить, предположительно, 300 рублей. Значит, общая сумма, которую нам нужно собрать на планете, это 60 тысяч рублей. Этого недостаточно для хорошей верстки, потому что хорошая верстка стоила бы дополнительно 30 тысяч рублей. Но
таких средств у нас нет, поэтому мы издаем так, как можем. Нужна поддержка для издания 13-й книги. В следующем, в 2020 году, планируется выход, опять же, переводной книги, книги Уикнера, практическое введение в санскрит и выход словаря Веры Александровны Кочергиной, большого толстого словаря, который не издавался 15 лет. Вот. То есть аж целые два издания в 2020 году, и мы уже начинаем к ним готовиться, но пока наша задача на этот год, то есть у нас в начале года вышел Шерцель. Вот он, прекрасный наш Шерцель. Стеснением. В общем, прекрасен во всех отношениях. Ну и вот вторая книга за год. Это Эмено. Вот. Эмено. Подключайтесь. Вместе мы сила. Учи санскрит в раю. Никто не говорит по-русски.